Коми получит дополнительные средства на геологоразведку. Принципиальные договоренности достигнуты в Москве на встрече Вячеслава Гайзера с руководителем Федерального агентства по недропользованию Александром Поповым. По словам главы, республика остается практически единственным регионом в европейской части страны, где есть вероятность открытия новых месторождений углеводородов. Дополнительная поддержка даст возможность их интенсифицировать. В настоящее время в геологоразведку Коми российский бюджет вкладывает 130 миллионов рублей в год. Собственные средства инвестируют и компании.